Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хотел бы посоветовать вам канал Enil Show. Это новый канал Тимохи Домино. Он снимает наш любимый Мазинхи и не только. Снимает разные разговорные видео, делает стримы, поэтому, пацаны, ссылочка на его канал будет в описании. Обязательно подписывайтесь, давайте его поддержим. Ему совсем немножко осталось до 1000 подписчиков. Давайте поможем ему выполнить эту цель, апнуть 1000 подписчиков. Реально, просто годный канал, подписывайтесь. Повторю, ссылочка в описании. Давайте поможем ему набрать 1000 подписчиков. И смотрите. Мотивируем его, чтобы он почаще снимал серии и делал стримы. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня новое видео. В этом видео я покажу обновление, которое добавили совсем недавно. Покажу не полное обновление, ну не все, что добавили, а покажу все самое интересное, то, что понравилось мне. Поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также хотел бы вам напомнить, что у меня есть свой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне вы получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере. Также я хотел бы вам рассказать о том, что я разыгрываю приору, ту самую приору, что была в последнем видео, тачка на прокачку. Ссылка на конкурс будет в описании, поэтому переходите, участвуйте. Приора просто в полном тюнинге, поэтому я думаю, поучаствовать стоит. Также, кто ждет новую серию тачка на прокачку, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ну а я вам желаю приятного просмотра, погнали! Ну что ж, я приехал к сто нашей семьи, именно здесь я буду показывать новое обновление, которое добавили, ну, одно из новых обновлений. Но перед тем, как мы это сделаем, давайте я вам напомню, где находится бизнес нашей семьи, потому что неделю не выходили серии по Мазингу, возможно, кто-то забыл. Так, пишем GPS, получается, потом убираем шестой раздел бизнесы, здесь выбираем пятый пункт СТО, и здесь вот, 33-й бизнес, СТО, Family Кирилл Гейм, поэтому можете переезжать и тюнинговать свои автомобили в наш семейном СТО. Итак, нажимаем, получается, дополнительное, и здесь есть вот топливный бак, то есть улучшение топливного бака, он станет больше. Давайте посмотрим, вот, дополнительный топливный бак. Дополнительный топливный бак для вашего транспорта будет стоить 1 миллион. Так, бак для вашего вида транспорта будет иметь объем 50 литров, то есть у нас будет вмещаться не 100 литров, как обычно, а 150 литров. Это довольно-таки неплохо, кстати, пацаны, кто не знал, это моя идея, я вам скриншот ставлю для тех, кто не верит. Я об этом писал Роме, и Рома это как бы добавил. Итак, стоит это 1 миллион, на каждую машину это улучшение бака стоит по-разному. Вот на Mercedes стоит это 1 миллион. Я вот смотрел на Magnum, на Magnum стоит 5 миллионов, чтобы вы понимали. Скорее всего там на M5-E60 тоже будет около миллиона. Ну короче, вот такие вот цены. Как бы чем машина дешевле, тем дешевле будет поставить на нее это улучшение. Я думаю, это все понятно. Чем машина дороже, тем дороже будет стоить улучшение. Я думаю, стоит его купить, у меня 1 миллион есть. Давайте покупаем. На ваше авто был установлен дополнительный топливный бак. Теперь данное транспортное средство вмещает в себе 150 литров топлива. Сейчас мы это, кстати, проверим. Давайте выезжаем и заедем на заправку, посмотрим, правда это или нет. Ну, скорее всего, правда, потому что оно по-любому должно работать. Какой-то бензин здесь, конечно, дорогой. Ну ладно, давайте заправимся. Так, 98-го, полный бак. Ну да, вот 109 литров, в принципе. Ну да, это все работает. Давайте я заправлюсь и покажу вам уже следующее обновление. Кстати, хотел бы выразить очень большое спасибо всем тем, кто вводит мой промокод. Мой промокод уже ввело 2018 человек. Пацаны, большое вам спасибо. Кто еще не ввел мой промокод, можете вводить, потому что за него вы получите деньги. Поэтому можете вводить мой промокод, пацаны, кому нужны бабки, кто еще не играет на Мазинге, можете вводить мой промокодик. Реально, всем большое спасибо, кто ввел мой промокод. Следующая цель, пацаны, это 3000 человек. Поэтому вводите и получайте свои денежки. Следующее обновление связано, получается, с улучшениями. Upgrade это называется. Вот такая вот команда, вот, slash upgrade, вот, вы ее вводите. И здесь, получается, у нас новые есть плюшечки. Оружие знаток это было, а вот это все остальное, это новое. У меня все было изучено, кроме вот третьего, но теперь добавили новые, получается, улучшения. Торгаш, механик, устойчивый, виртуоз, неудержимый. Кстати, я себе купил, пацаны, 5 слотов, то есть я теперь могу иметь 10 машин. Я это сделал для того, чтобы мне было бы как-то попробовать
проще снимать тачку на прокачку, возможно, брать 3 машины на прокачку, там, либо 2 машины, это, я считаю, будет круто. Ну, короче, ждите серию тачка на прокачку, потому что там реально очень будет круто. Тачку на прокачку буду снимать, скорее всего, на этой неделе, поэтому буду искать машины, пацаны. Можете мне в ВК писать, предлагать свои машины, либо можете ждать, пока я сдаю игру, я буду писать часть семьи и спрашивать, у кого есть машина на прокачку. Итак, давайте посмотрим насчет этих улучшений. Вот торгаш. Покупка дерева металла будет обходиться вам на 25% дешевле. Ну, это на самом деле полезная тема, потому что металл и дерево покупать это довольно-таки дорого. Так, следующее обновление — это механик. Самостоятельная починка транспорта при помощи ремонтного комплекта будет чинить ваш транспорт до 95%. Ну, блин, как бы я не знаю, это нормально или нет. Как бы просто с ремкой можно починить, по-моему, на 85%. То есть, если вы купите это улучшение, то вы сможете машину чинить на 10% больше. Как бы, ну, такое себе на самом деле. Так, давайте следующее посмотрим. Так, устойчивый. Вы будете впадать в ломку на 25% реже, а используя наркотики, не будет влечь за собой эффекта головокружения. 200 спецочков это стоит. Дороговато, конечно. Так, неудержимый. Неудержимый медперсонал не может вас удержать в больнице, если ваше здоровье больше 50%. Вы поняли, короче. Вот это реально прикольно. Так, давайте попробуем его изучить. Так, мне не хватает 52 спецочка. Окей, будем копить, в принципе. Да, это полезная тема. Я вообще хочу просто вот эти все улучшения купить, что просто не были. Поэтому буду выполнять ежедневные задания. Там подарочки еще надо пособирать, потому что я их не собирал. Видео про подарки я снимать не буду, потому что, ну, пацаны, уже 5 число, а их добавили еще 1 числа. Да и видео про обновление я снимаю уже поздновато. Ну, в принципе, я решил все равно записать видео, потому что, ну, мне интересно это вам показать. Итак, следующее обновление связано именно с продажей транспорта. Добавили такую фишку, то, что вы можете просто взять, выставить, например, свою машину на продажу и просто там работать на дальнобойщиках, либо еще где-то. Довольно-таки удобная функция, но я заметил, что именно на первом серваке ей пользуется мало людей, это новой функции, потому что я вчера играл, онлайн было около 400 человек, и в основном просто люди стояли и продавали по старинке машины, вот прям как сейчас просто стоят и продают. Вот сюда вы подходите, здесь появляется панелька, вот, посмотреть транспорт, который находится в продаже. Сейчас продаются 4 машины. Это ВАЗ-2115, Nissan Skyline, Renault и Scania. В принципе, вот такие вот машины здесь продаются. Я думаю, вы сами видите, что этим пользуется мало игроков. Не знаю почему, честно, реально удобная тема, потому что вы просто можете выставить свою машину. Допустим, подать объявление, сказать, типа, так и так, я выставил машину, приходи, смотри, там, типа, все написано. Здесь вы можете, вот, выставить свой транспорт на продажу. Управление выставленным транспортом. То есть, здесь вы можете либо поменять цену, скорее всего, либо просто забрать его с продажи. Здесь можем посмотреть, здесь мы можем выставить машину на продажу, вот, выставить машину на продажу, здесь вы выбираете транспорт свой, вот, это все мои машины, если что, вот, это приора, пацаны, находится в розыгрыше, поэтому ссылочка есть в описании, участвуйте. Машина должна, кстати, быть не заспавнена, чтобы выставить ее на продажу. Так, управление выставленным транспортом, я не могу это посмотреть, потому что я никакую машину не выставлял. Ну, я думаю, все там, в принципе, ясно и понятно, трудно в этом ничего нету. Ну что ж, вот так вот получилось видео, надеюсь, оно вам понравилось, я вам показал не полностью обновление, потому что я показывал именно то, что мне нравится, точнее то, что мне понравилось, то я вам и показал. Полное обновление я решил вам не показывать, потому что, ну, мне это не интересно. Там зарплату увеличили у ФСБ и так далее, в принципе, мне это не интересно. Я вам показал именно все самое интересное, что добавили в этом обновлении. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите мой промокод, подписывайтесь на канал Enil Show и участвуйте в конкурсе. Ждите серию тачка на прокачку, я думаю, она выйдет в течение пару дней, потому что такая как бы рубрика, она записывается не за один день не за один час, поэтому просто ждите. Следующая серия тачка на прокачку будет очень классная, реально будет новый уровень, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем пока-пока.